Глава Воронежской митрополии совершил молебен и обратился с приветственным словом к участникам сбора штатного военного духовенства. Учебно-методический сбор должностных лиц по работе с верующими военнослужащими Вооруженных сил Российской Федерации прошел в Воронеже. Военное духовенство – штатная структура Вооруженных сил Российской Федерации, созданная по поручению президента России в 2009 году. Планом сбора было предусмотрено подведение итогов работы за прошедший год, обобщение положительного опыта. Перед началом сбора глава Воронежской митрополии совершил молебен в Пантелеимоновском храме на территории Академии. Здесь же состоялось еще одно знаменательное событие – передача храму Ковчега с частицами мощей святых воинов – великомученика Георгия Победоносца, великомученика Дмитрия Солунского и праведного Иоанна Русского. Сегодня такой волнительный момент. Прежде всего мы получили эту святыню, которая будет многим будущим офицерам напутствием на место их служения и утверждения их в жизненном пути. Этот неоценимый по своему духовному значению дар преподнес благотворительный фонд содействия решению социальных проблем общества святого мученика Ванифатия. Затем владыка Сергий принял участие в торжественной церемонии открытия сбора. Архипастырь обратился ко всем участникам, призвав духовенство офицеров проявлять не только ответственность в выполнении своих обязанностей, но и искреннюю заботу о военнослужащих. И ваша задача действительно подойти к любому человеку, вне зависимости от того, как он относится и какой религии или конфессии он принадлежит. Но оказать ему духовную помощь – это задача военного священника. Участниками сбора была поднята тема особенностей организации работы с верующими военнослужащими в условиях повседневной деятельности войск и в ходе боевых действий. Пленарные заседания проходили в течение всего дня.